посетить. О необходимости налаживать взаимодействие между странами не раз говорил президент России Владимир Путин. Точки соприкосновения у регионов есть практически во всех отраслях, отметил глава Краснодарского края. Кубанские бизнесмены готовы наращивать взаимодействие с зарубежными партнерами и обмениваться опытом. В том числе речь зашла о современных технологиях, развитых в Японии. Современная экономика требует современных подходов. Мы сегодня очень активно наращиваем темпы в агропромышленном комплексе, в промышленности, в переработке. И для этих целей, конечно, нам нужны партнеры. Япония по расстоянию от нас далекая страна, но я хотел бы, чтобы по жизни она была намного ближе. Это целиком зависит от нас. Насколько мы сможем создать условия для того, чтобы жители префектуры Ямагути и жители Краснодарского края познакомились с культурой, традициями друг друга, а наши бизнесмены нашли те взаимные точки роста, точки интересов и смогли организовать хорошие партнерские совместные отношения. Наша префектура имеет очень богатые природные ресурсы и сельскохозяйственные, и лесные, и горные. С другой стороны, у нас есть промышленные зоны, развит туризм, это в частности горячие источники. Наша префектура гордится своей историей, и я надеюсь, что у нас будет много точек соприкосновения, и благодаря взаимопониманию мы будем расширять наше сотрудничество. Губернатора префектуры Ямагути Цугумаса Мураока Вениамин Кондратьев также пригласил на открытие уникального для России виноградного питомника в Тамани. Планируется, что по итогам визита японской делегации главы регионов подпишут соглашение о сотрудничестве.